По итогам 5 месяцев на территории Славянского района было зарегистрировано 55 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек погибло и 98 получили травмы различной степени тяжести. Одна из последних аварий, в которой погиб человек, произошла 4 июня. Около 11:30 на пересечении улиц Дельской и Октябрьской столкнулись автомобили Hyundai и Ford. Водитель Hyundai с травмами был доставлен в больницу. Впоследствии появилась информация, что он скончался. Причина ДТП выясняется. С началом лета транспортный поток многократно увеличивается. Будьте предельно внимательны на дорогах.